огненный столб. Огненный столб выглядит как Holy Fire у престов. То есть обычный такой дымный столб, то есть очень маленький. Ваша задача выскочить из него как можно быстрее. Я буду наносить секунды за две, вы можете уже прямо начинать бежать, чтобы вас не накрыло этим столбом. Или смотрите по ДБМу. Если вы простоите в столбе секунды полторы, то вы мертвы сразу же. В танка будет столб кидаться? Танка нет, только милипачку. Для танка смотри, если ты видишь, что милики повыскакивали из милизоны, то задача чуть босса протянуть, чтобы милики смогли бить его, не стоя в столбе. Протянул еще один столб чуть дальше. И водишь, короче, по либо по часовой, либо против часовой. Но последние 20% дается Гера, он брустится. Все. Я надеюсь, никто АФК не был, все услышали. Вопросы Ваня, есть? Надо кое-что сделать, потому что маг не сможет пета убрать. Выйдите все отсюда. И ват... Выбегите все. Ват, дип это на Зулджина отправь. И не вызывай его до третьей фазы. Как ты его убрал? Правая кнопка мыши отпустить. Да? Ну ладно, я долбоёб. Ну ладно. Всё, это весь год. Если у кого-то вопросы есть, сейчас спрашивайте, чтобы я объяснил. Сейчас у меня еще раз. Получается, с первого я сейчас танчу здесь, в середине, да? В печеньке. Ну, в печеньке. Потом... Второго ты ведешь в трусы? В трусы, получается, вот так. Сейчас. Забил прямо в трусы вот и так. Потом развернул, да. Угу. Потом... Третьего ты вообще не танчишь? Короче, я бегаю вот так, да? Да, по кругу. А если вдруг меня настигает, я могу вот так? Да, можешь. Все. Жень, и смотри, ты можешь, если что, на доски еще забегать, по доскам бежать, это первый момент. И смотри, еще момент, Локи у нас есть в демоне, у них могут петы вот здесь на краю появляться. То есть, соответственно, включи голову и немножко вот так вот оббегаем, ну, дальше от нас. То есть круг немножко больше вот такой бери. Зорик, не смотри. Смотри по фазе после медведя. Как он вышел из формы медведя, ты нажимаешь минус 50 свои и нажимаешь сокру массовую. После этого ты кастишь Holy Light и хилишь весь рейд настолько, насколько ты вообще можешь. Понял? Окей. Только учитывай, что за каждый каст ты будешь получать урон по себе. То есть лучше на себя частицу втопить до... перефазы медведя. Паш, сюда тотем скинешь. Природа. Готовность. Понеслась. Я возможно, сальву попрошу от хулипала, так что смотри. Ага, уже запулили, поехали. Все, забей. Топор сейчас будет. Кто там хавать сел, алло? Вихрь. Лицешник, потому что поэтому так мало бьет. Не хапал. Со щитами. Двадцать тысяч даже через щит пробил. Что-то не было бы умер. Смотрите, тут ДПС тоже важен. Грустите по кулдауну. Ваша задача только на 20%, чтобы у вас были фулл бурсты.
Женя, также смотри, каждые 20% босс срывается, поэтому готовься сразу агрить. Проценты перефазы. У меня проценты не ставят. Вот сейчас будет 1% и готовься водить босса. Таунти, таунти, таунти. В зеленую метку утопали все быстрее. Метка, зеленая метка. Все, поставил босса, отвернул, набирая гроба нового. Сейчас я на себя частицу кидаю, да? Да, можешь уже кидать. Там спелы, не спелы. Не переживай, не снова почти. Склоняюсь, получается. Давайте ни хрена нет. Истерия 20 секунд давать или не надо? Да, давай. Да, давай. Да. %66, если что. А у меня вопрос, могу этот тем, который как мой сейф работает, поставить? Поставь его туда же, там, где от сил природы сбегай, уже поставь. Уводи, Женя. Убрали пытов. Пытов убрали быстрее, уводи босса. РДД добивают. Стой, все. Сильно далеко не уводит. Пациента добивайте. Блядь, он далеко увел. Нормально. Все, ставь. И побежишь вот так вот по кругу. Готовьте боссы, и вы не зыбу тоже нажмешь, скажу, когда. Вот, подожди, топ-хайп. Не зыба. Все массивы, массакра. Стали, хилимся. Блядь, глыбу нельзя жать. Все, беги. Беги, глупец. Все, вышли в центр, стали. Не кастите по дороге, блядь. Стали в центр, быстрее. Все в центр. Тотемы в центр тоже переставили на природу. Зеленую стойку поставь, жнём. Ты быстрее бегать. Я поставил. О, просто бегай, ты убежишь от них. Смотри, не срезай углы, Жень, а то догоняет тебя потихоньку. Аккуратно. Вот сейчас включен, да, микрофон? Да нет, трудно. Жень, также готовься, я тебе скажу, когда закинешь лужу и сразу ловите рысь. 10% еще. Ну или Ваня скажет. Угу. Меня сейчас слышно, да? Да, Ваня. Тогда я тут не бороться, у меня кнопка, я нажимаю. Но это первый раз это делаю. Нормально все, ты хорошо делаешь. Смотри, главное, не свои ветерки. Когда переведется, не забудь обратно синюю стойку включить. Да. Войт Красава это сказал. И этот, смотри, 5% будь готов. Тебе там заранее скажут. Таня, а кинешь ему зубы с пула, чтобы он сначала давать, потом стоит? У меня КД зубы, я на Зорика кидал. Да я кровь отдам, почему такое? 3%, Жень. 2%. 1%. Готовься к лужу. Просто таргет возьми просто. И лужу можешь под него сразу закидывать. Лужу не... Всё, давай, лови. Стойку меняй.
Все, стали под жопу, в черепок стали все. Бомжей? А, бомжей, бомжей нажми X3. Зорик, здесь сильно хилить придется, ты сейчас готовься. А мне отдавать бомжей? Я скажу, когда чуть позже, за таунти. Таунти что-то не... А, вот. Он скидывает агро иногда. Нормально. Не, ну, короче, не понял. Нажимай бомжей, если есть руны. 3 секунды. Процентов будет последняя фаза, тебе надо будет забрать босса на себя. Угу. Мы убиваем. Сейвы, я... все свои бурсты ставите на next фазу. Пустите еще. И РДшники раньше наберитесь, набрать не забудьте. И под лицо никто не заходите к боссу. Он ауешь. Под лицом. Четыре процента фазы, Женя, готов все ловить, она почти, кстати, сразу срывается, птичка. На 21% закинешь лужу под это, и сразу ловить готов. Не, скажу кому. 22%. По себе локи быстрее. Не, по хилам, по хилам. Дексиона, Бузырика. Лужу закидывай. Готовься, забирай. Ходи его сразу. Рейндж держите. В угол какой-нибудь доставь просто. Гер, Паша. Да стой, похуй. Не дрочись. Стой. Геру и бьем. Ждали. Готовили столб 7 секунд. Милики, разойдитесь немножко. И сейчас будет столб. Не води его, не води. Женька, смотри, видишь столб на тебе, отходи. Из-под лица ушли. Женя, отдай массейв, Жень. Сейчас готовьте, я скажу, когда дать. Опять на Женьке, на проводи, только милики по столбу не пройдите. Он не меняет цель, ну, когда на танка кидает. Еще веди, еще веди, еще веди. Из-под лица уйдите за спину. Жорика, дашь массей сейчас. Отдавай. Жорик, вы... Берсерк 5 секунд. ДПС у них, да. Блин, коните ДПС, рейдовый. Хуёвый ДПС, Паша Буревестник 6. 6 дает и дает Void 9. Блин, ну если даже бы сейчас варню все равно. Не хватает, да, ДПС. А если меня в ДД, я вроде на. Или тогда. Я сейчас Марухича попрошу зайти, Марухич больше даст ДПС. Ну, Буревестник может на танка сесть, если что. А, нет. Гера не будет тогда. Ну меня можно в ДД, я нормально. Ну, Войт в танк, а Женя в ДД, если... Марухич, да, Войт, мне кажется, Женек, точнее, не точно больше, чем Войт, да, 100%. За Шерман зайти? А, и, да, кстати, да, вы же можете здесь ДДшные фласки выпить. Вадим, Марухич, заходи, наверное. Хорошо, сейчас. Сопротами. Вообще-то у ФДК в соло целься. Сейчас. А, ну ШД еще больше. Фростмага или дамаж попробуй. Его что-то мало бьет. Я ну, на этом боссе же 16. И фулбахов. Сейчас фулбахов. Кните ну, ДПС. Как скажешь, так и будет. Нет, ты в ДД по-любому прыгай, Жень, потому что не хватает ДПС. Не убьем, если не прыгнешь. Войт, то ты в танка прыгай. Только надо будет как-то следить за огром, что ли.
Войта, у тебя есть на этих на ботиночках чарка на скорость бега? Не знаю, сейчас посмотрю. Если нету, то тебе пиздец будет. Ну, надо будет. Нет. По-любому надо делать. Подожди, а вот если у него нету чарки, я не могу, что ли? Нет? Жень, нас ДПС тогда не хватит. Но мы и так впритык идем. Здесь я в демона прыгнул, сейчас побольше будет общий. Единственное, что на этих... На ветерках. А, нет, ветер. Да нет, ветерка, короче, все нормально сейчас будет. Сейчас больше будет. Топ хайп вообще без фласки. Влад, кинь обмен, я тебе СГБ дам, деньги дашь. Фласку отдам на СПД. Деньги. Войт с флаской на ХП был. И возьмите все масло, проверьте, чтобы было. Не, у меня сейчас нет масла, у меня саппорт, ничего, все. Да, да, перепивай, Женька, Войт в танки пойдет. А ты в этом, вин. Ты по-любому чё? Больше, чем Войт. Да. Махну 2 стака припотов на фласку и масло. И про припоты не забывайте тоже. Я дам ДБМ пул, припоты сразу нажмете и второй раз нажмете. Марухи, что засмотрите. А фастпот есть? Этот. На крипто меняю. Да, я вот, меня. Кинь обмен на этот, на фласку СПДшную, если у тебя нету. Блядь. Ты пришел в инст, бля, без фласки, ну ты гонишь. Бля, пока там фласки спрашивайте, Марухи, сейчас буквально... Закинь мне фласку какую-нибудь сами, да? Лукашных тем. Не, какой лукашный? Надо бить, Ваня. Сейчас дам такую. Кидай. Не понимаю, почему мне ДБМ не анонсил, что я в этом дерьме стою. А он бывает не работает, ДБМ. У меня на прошлом трае тоже. Это не в тебя убили, было, а в танках Женька это было. В Женьке. И смотри, Войт, иногда анонсит на вообще в кого он летит, а иногда вообще не анонсит. Вот у меня так в прошлый он раз на Женьке не был, анонсил. Он цель не менял, он поэтому и не анонсил. Он цель Женька держит, он не меняет, на него столб кинул. Столб дамажит уже 10 секунд, вы стоите бьете. Женек начинает вести, и вы через столб бежите и издыхаете. Ну, может, ты прав. Заходи давай, у меня времени не так много. Если денег на чарку нет, я тебе скину голду. Сколько пойдешь и сделаешь чарку. Ой, скоро? Придешь? Вадим Марухич, слышишь, что темы скинешь, когда третья фаза вот сюда. Природу и каменного когтя. Вот сюда скинешь. Угу. Потом беру. Ну, мне с каменным когтем идти. А если есть, то да. Хорошо. Есть. Ну, это именно на третью фазу. Я с 60. О, надо тебя к нам в пати перекинуть, ты ману даешь. Так, все, вроде должно теперь орать. Голосину. Короче, кому припоты на хосту нужны, чьи обмен дайте по-быстрому. Кому нужны? Бой, или тебе нужны? Заходишь или нет? Да, у кого нету, кому дать надо. Если не так много времени, если можешь там просто торопить. Как бы Андрюха, если что, я думаю, у него персонаж зайдет, но все равно, чтобы не напрягать его. Никому припоты не нужны? Да, вы уже взяли, скидались. Окей. Короче, на фазе орла магом глыбу не жми. Это супер ошибка. Давайте Войдусу. Нет, там дело не в кровотечении, а в том, что он, когда не, ну, глыбу бьет, он урон не наносит ветерок и может биться хоть бесконечно об эту глыбу и остальных убить, кроме мага. Mm. Да, и то же самое также на профе. Там можно глыбой засейвить, а можно убить глыбой. Когда зеленый выбирает, ой, не зеленый, красный, когда выбирает, можно глыбой засейвить. О, у тебя есть вот чарка, нормально, убежишь. Кушайте рыбу. Полетели. Смотрите, по последней фазе. Ваша задача на ДД разбежаться, вот там, короче, по всей вот этой вот плитке цветной.
Женек, твоя задача, поставил его вот сюда вот, отвернул, вот сюда шпон смотрел, вот так. Когда кинулся огонек, его перебежал, вот так вот, поставил сюда, то есть достаточно далеко. Если еще огонь кинулся, ты перебегаешь и ставишь как-то вот так. То есть на два фрейма босса. Чтобы и милики могли стать, и босс нормально стоял. Поставь огонь, хп. Войт, на третью фазу сосредоточения поставьте, главное. Ну что, все готовы? Стой, отбой. Войт там что-то ест. Что-то рыбу не ел. Ну давай еще раз, я понял. Сейчас за. Все, принесли. Все, на первой секунде припоты пейте. И смотрите, не срывайте с Войда, сейчас будет тяжелее держать босса. Готовь сальву полипал по вару чипу. Скажешь, когда? Уже. Сальву. Давай. Оп. Ну, ДПС намного больше стало. Прям сильно больше. С хорошим таким запасом. Пока сэр. Там фазы по ДПС ебу. Не, ну все равно, немного лучше. Сильно лучше. Знаешь, следил. Мы вчера вообще его убили, 2 минуты еще осталось. Бигерсы. Вчера очень много ДПС было. Зорик, эта хуйня снимается, когда 100% прохиливается. Я даже не знаю. Четыре процента? Ты ебалю просто как тварь на этих вихрь. Нормально, спасаешь вроде. Этот Void лужу через 1%, как готовь. Все, можете закидывать. 1%. Все, ушли. В зеленую метку быстрее. Достали бьем. Разверни его. Чтоб с жопой снял. Самое бьема с крысом в деф и получите на рейде. Есть босс. Да. Надеюсь, всех успел. Очень много миссов прошло. Топ-хайп сорвал. Блядь, ну как можно магом сорвать? Ну, блядь, у тебя копии инви. Чё, вайпаемся? Бейте, Войд, просто не хильте. Или диван раздайте. Диван раздайте, да. И спиной развернись, Войд. Дай диван, Войд. Диван повалим, нажми просто. Ну, у него, может, регов нет. Не вставайте, я резко. Ну, значит, не бей, останавливайся. Ну, блядь, какой смысл вот продолжать бить, если ты сдохнешь? Хайп, на первой фазе можешь делать, что хочешь. Там босс просто побежит пешком к тебе, его можно будет успеть заретаунтить. А тут босс у тебя наебали стоит. Тут с ним ничего не сделаешь. Вот и просто маг ваш. Которого да нет этот... таланта на минус агро. Калич, это Калич просто маг. Я же тебе говорю, у меня конечный ДПС на магии, по-моему, 15 или 16 тысяч.
На бурсе я 20-ку давал. Не скучал, там один по два, наконец. Будревен, третий. Кстати, завтра буду мутика тестить на груле. Этот. Блять, я на манекене сейчас дал ночнорожденным на 1000 больше, чем эридаром. А сколько в манекен даешь? Ну вот ночнорожденным сейчас я 10,5 дал. На сколько? На 2 ляма? Ну, примерно там 1.5, может. Кстати, я хочу сказать, то, что Рога комбо тоже вас ебашит. Я видал Рогу с ником Майбах, он, блядь, ебашит 20-ку плюс ебашит. Комбат. Чего не ебашится, так я не знаю, не получается у вас. Ну, в соло цель? Ну, с в этого как-то. На этом. На орке. Да не может быть. Ну я тебе говорю. Комбат. Блять, у комбата Т4 говно. Короче говоря, вот, пиздим босса. Иди найди в лишку мне денег Майбу, смотри на него. Зорик в адресе. На русском пишется Майбух. Ладно, давайте потом это разберемся. Мутик по-любому больше дамажит, чем комбо. Особенно сейчас. Ну, очко, блин. Падаем. Подойдите под вихрь все. Вы так и будете умирать здесь или нет? СС киньте, а ладно. Не надо СС, не надо. А, диван еще там дали. Блять, а я не там удал диван. Бля, у кого там было 100 миллионов потов? У меня не 100 миллионов. Ой, спиной, спиной. Ну, всего-то пару тысяч. Я человек простой. А ты если фурика спекнешь, будет хуже ДПС, да? Будет гораздо хуже ДПС. Ну, я думаю, может там 5% это... Сделаем, я 4 физы даю. А, ну да, да. А, там у Саши никогда ему срез. Ну, да, парочку в день. Ресом. Еще чего он тоже я один, что ли, не бью секунд 5? Ну, женек один нормальный. Остальные сразу что бьют. Что, нельзя подождать, что ли? Мы в берсу упираемся. Неважно, сейчас не будем упираться. Сейчас хватает ДПС, не умрите вам. Сейчас в ДПС, ну, на 15% больше, чем в прошлом трае был. Чем в первом трае, в котором мы уперлись в берсу. То есть ДПС сейчас с запасом. Только не умрите. Не умрите, главное. И это касается всех фаз. Каждая новая фаза у него скидывается агро. То есть сразу не бьете. На пула нет, поэтому Войд не удержит просто. Тут уже не вина Войда. Кстати, Войд, снимай триники ДД, эти, надевай триники ДДшные, две штуки, тебя не убьет. Не парь. Агронабор больше будет. Мост фазе. Он дышит. Не убьет. Нормально выживет. 50 на 50 плюс двойная жизнь будет. Чем дольше мы его бьем, если уже по той логике, тем больше вряд ли что его убьем. Пламя одеть, пламя вообще неплохо. Две надевай и все, и не парься. Две треньки спокойно надевай. Джесс, нужно кому-то? Можешь еще ДДшное кольцо надеть одно. Которое у тебя без соки, это как раз оно сильно тебя не бафает. Помнишь, как Рома танчил? О, красота, Войд. И давай еще ДДшное кольцо тоже нафиг не надо. Все, остальное все спать. Шею на ретрика. Ну да, кстати, шею можно тоже. И все, можно будет, нормально будет, думаю, по агру. Красота. Сейчас затанчишь. Сколько там у тебя здоровья? Если 1050 есть, то вообще, блин, без проблем будет под бафом. Ну это не значит, что Вома не надо смотреть. Не, ты конечно, ты здесь на 100% прав. Я про то, что у нас Рома данчил на X3, там он примерно так же бил, 38 тысяч здоровья у него было. Ты можешь еще что-то... Не, ну смотри, Ома, ты следишь во время боя, вот.
А не когда ты три каста даешь. С пула ты следишь, сколько набрал танк. Когда только даешь 100 кастов, хоть 1000 кастов. А манускрипт? Войт, а манускрипт какой ДДшный? Он тебя усилит? А хуй знает, сейчас посмотрю какой-то. А ДДшный ставь там... какой блок? Там, короче, там удар воина света, нет, он в танке не... А, не, не подойдет, не подойдет, да. Ну я про это и спрашиваю. Сможешь еще каких-нибудь шмоток воид надеть? Запы... нет, запы нет. Пояс, о, пояс надень. Второе кольцо. И погнали. Сейчас слишком много хп, тебя не пробьют точно. 57 тысяч. Можно 1045 сделать спокойно, все. Все, готовность. Если готов, то полетели. Все, следите за огром, пожалуйста, своим. То он и так старается. У вас удержать непросто сейчас. Особенно фростмага. Все, припоты на первой секунде. Дайте ему пару секунд. 5 хотя бы. Все, идите бейте. Ну, ничего не поменялось. Угу. По агру там больше стало, вроде. Ну, по ДПСу выше у тебя стало, ты сейчас 7 тысяч ебашишь. Не знаю, как... бля, прохил. Фух. Зорик, оставляй мгновенки на всякий случай, то я без щит как раз на мне КД будет. Два топора подряд. Если у локов откатились СС... шаклон по фугасному, то чего на пузоре покинуть? На фугасном уже мой СС висит. Да, наоборот. Подкату нужно что-то. Зорик красавчик сразу просто. Ну ой, ты сейчас стабильно 5000 даешь. Ой, топор. Палов надо фиксить. 1% фаза, смотрите аккуратно, не сорвите. Все, красавчики. Чисто фазу медведя его будет больно пробивать. Ну и рысь. Аккуратно смотреть будет. Дамаж. Рысь, рысь, кровотечка в бане. Ну, ДПС значительно выше стал. Должно хватить, главное, все красиво сделать. Семьдесят процентов. Вадим, можешь идти тотемовским туда, куда я тебе показывал. Ты зубы по кому даешь на ветра? По Зорику. Тебе давай, у него минус 50 есть. Он массакру нажимает, он же возвращает. Нет, не возвращает. А, он, я понял. Ну, окей, тогда по себе. Я по Марухе еще дам каплю. 3% уже уводи. Уже уводи. Нормально. Пытов выбирается. Все, милики ушли. Готовьте массы свои. Илички. Приготовились. Нажали.
Хилим. Хилим еще. Еще чуть-чуть. Прохиливаемся. Все, свободны, побежали до центра. Только побежали, не жмем с пылы. Я еще ты раскидываю, не переживай. Собьем. Морох, еще аккуратно. Не сильно не врывайтесь сюда. Девять процентов фаза войт. Четыре минуты берса. 4:20. Запасом идем. Нормально, хорошо это. Нет. Я же говорю, выше нам надо быть. Два процента перефазы. Да, смотрите, войд готов всего ловить. 1%. Лови. Под жопу рыси становимся сейчас. Че, печей давай? Я тотем могу поставить? Да, тоже. Пытов вызываете всех. Массакру надо будет, конечно. Хорошо. Смотри сам на ласт фазе, короче. Тут не надо ее давать. Под третий, четвертый вихрь, короче, да. Дальше. Нормально, мы в прошлый раз шли на этой фазе уже 2 минуты было. Сейчас. Ну хорошо, или. Нормально, да. Я это несколько раз сказал. Только смотрите, если дракон. Еще бичей нажмите. Дракон сразу срывается, если. Поэтому войд тоже сразу ловить. Под аксионе бок можно дать. Я под аксионе. 2% перефаза. Ты по-другому как будто зовешь. Блять. Фугасному боб. Готовься забирать, забирай. Отвел. Отведи чуть-чуть. Геру, Паш. Ой, Марухич. Геру дали бурстим. Топ через 9. Ой, ты дашь, Ваня. Топ хайп. Да, выйди из лука. Войт, массакру отдашь на следующий. Уже отдал на этом. Отдай Зорик ты массакру и бабал. Женек, с
столб огня. Зарик. А, Зарик. Я под Боба был. Верса 50 секунд, снимай. Главное не умрите. Дальше нужно будет какие-то сейвы. Сел сейвы пожмете все сейчас. Полтинник одна. Три процента, давай, дыши. Ваня, сол. Нельзя. 2% добьется. Нормально, берсачи. 25 сек. Бабл зови. Главное бейте просто. Баба не будет. Хорош. А что, меня тоже столб убил? Там же пишет ник. Я не видел своего там ника. Не в человека. Ну, короче, не в человека кастит, а вокруг него. Ну, в него и во всех вокруг. Он кастанулся в меня и убил в итоге. Не-не, а меня тоже столбом убило, да? Ну да. Короче, тренинг. Просто я когда на топ-хайп, я видел. Да закинь на Войдена, не надо никому. В смысле, не надо? Броню? А что за кровь? Ну вот. Но сурка понадобилось бы. Ай, хуйня. Квест на легендарное оружие. Да не слушай его, ничего не даёшь. Одну шмотку дал, просто тринь и всё. Там еще лук. Лук я Ване сразу скинул, он все равно вам идет. А чё там просто тринь, зов выпал? Нет, на танка с уклонением. Сука, пойду. Хуета, да? На ДК не пойдет, да? Ну да, хуета на ДК, блядь. На ДК стамина лучше. Напал еще. Нет, это тренька на некоторых боссов хорошая, он типа с рука, когда мы били. Ну, то есть она с рука прям вообще идеальная была. Когда он не фикшен и был. Угу, поэтому оставьте эту треню, может где понадобится еще. Все, на сегодня все у вас. Ну, я бы типа еще кару бы сходил, но у меня только есть полчаса времени. Ну, пусть я могу дай, дай порт. Сань, давай сейчас попробуем в кару, я могу 1-2 трая сделать по-быстрому. Топ-хай, у меня полчаса времени, я могу оставить персонажа кому-нибудь. Мы сейчас через задний ход пройдем по-быстрому до погибели. Место есть?